Так, сегодня у нас последний день первой половины нашего цикла по истории Израиля, и мы изучали в основном библейскую историю. Сейчас я вам хочу дать примерную сводку дат. Мы говорили, что мы делим всю историю человечества на 6 тысячелетий. Ну, это так приблизительно. 2000 лет беззакония, да? 2000 лет закона и 2000 лет Мессии. И сейчас мы уже живем ближе к концу этих 2000 лет Мессии. И если мы возьмем, посчитаем за нулевой, это первый год, да, нашей эры, значит, а здесь минус 2000 год, да? Я еще раз говорю, вам датировку даю приблизительную. Во-первых, абсолютно точная датировка неизвестна ни науке, и неизвестна еврейским мудрецам, хотя они все посчитали. Дело в том, что датировка по науке и по еврейским мудрецам в некоторых местах расходится примерно на 240 лет, и где-то к моменту восстановления храма она уже отстает где-то на 100 или на 70 лет. То есть как бы еврейская датировка получается событий позже. Позже, да? Почему? Я уже об этом говорил в прошлом году, что читали по временам царей, да? И некоторые годы, получается, считали как бы лишние разы. И получалось вот такое от сотворения мира, поэтому, получается, ближе сдвинута она к нам. Вот поэтому, если я и большинство все-таки исследователей датируют исход 1450 года до нашей эры. Почему? Потому что в это время взрыв вулкана Санторин. И это действительно объективно показано, что это катастрофа, которая была подвержена весь Египет и все Средиземноморье. И после этой катастрофы произошли очень значительные события вот, в истории всего человечества. И как раз с этим связан выход евреев, да, из Египта. То по классификации ортодоксов получается минус 1280 год. То есть где-то получается на сколько лет разница? Ну, 200 с чем-то лет, да? Да, 230-240, я говорю, лет. Поэтому если сейчас 5768 год, да, от сотворения мира, если ошибка на 230 лет, то сколько получается сейчас? 5996. Вот. Так что мы не знаем. И это хорошо. Потому что Бог так сказал, что мы не рассчитывали времена и сроки. Поэтому мы можем думать, что может это произойти в любое время, в том числе и в ближайшее. А может быть, Мессия пройдет через 200 лет. Мы не знаем. Поэтому, опять-таки, все это условная классификация. Но я придерживаюсь примерно такой классификации, как идет принятое в истории. Итак, помните, мы говорили, значит, минус 2000 год – это Авраам, да? Минус 1800 год, помните, экспансия в Египет племен из Азии, которые назывались гиксосы. И это где-то 1800-1850 год, это Иосиф в Египте, да? Иосиф в Египте. Если мы возьмем от 1800 года до 1450 года, то мы получаем сколько лет рабства египетского? Лет пребывания в Египте? 400 лет, как говорит Библия. Потому что, вот правильно товарищ мне указывал, что если по еврейской классификации, получается, что где-то 280 лет были евреи, помните? В рабстве, да? Вы говорили мне, по-моему. Кто-то мне говорил, по-моему, вы говорили. Что, видите, опять где-то эти 230 лет плавают. То есть так побили. Значит, смотрите, 400 лет. 1450 год – это исход, 40 лет ходят евреи по пустыне. Это, получается, год завоевания – это 1400 или 1410. Ну, будем ставить 1400 плюс-минус, да? Опять-таки. Значит, это завоевание Эрец Кнаан, эпоха судей. Еще мы видим интересное явление, что после взрыва вулкана Санторин некоторое время
Ну, там у меня вот есть более подробные рассказы о вулкане Санторин, о потопе, поразившей Черное море. Когда кто-то захочет у вас почитать, это у меня компилятивные в основном такие вещи, но собраны очень интересные материалы. Да? И помните, когда говорили, что Израиль входил в землю обетованную, горы скакали, да, как ягнята, деревья плясали по горам, что было? Землетрясение. И когда евреи уходили, тоже переходили Иордан, что произошло? Землетрясение, да? На какое-то время Иордан перекрыт был, а потом Иордан опять потек вспять. Я еще раз говорю, что Бог делает свои чудеса с помощью таких естественных, удивительных вещей. Я вам показывал карту, да? Место, где евреи переходили Красное море. И там еще при сотворении Красного моря Бог создал мост. Да, он немножко под водой, но там глубина несколько метров, а справа там 900 метров и слева там 1200 метров глубина. И мост где-то около километра шириной и длиной 30 километров, да? И евреи по этому мосту прошли за одну ночь через пролив, да? А если бы они проходили на глубине 1000 метров, то пришлось бы Богу дуть посильнее. Правда? А так ветер начался, воду сдуло с этого моста, евреи перешли. Так, ну, в крайней мере, написано в Библии. Правда? И когда евреи переходили Иордан, и Бог тряс землю. И еще сказано, потрясу землю в последнее время. И действительно ожидается в Израиле, вот 2 года назад была такая немножко паника в интернете, все, но Бог, видно, миловал Израиль. Ожидается сильное землетрясение, силой 10 баллов, это такое землетрясение, которое меняет природу земли. То есть не просто земля трескается, вот, а действительно будет пресное озеро, и вот эта вся часть Израиля, которая ниже уровня моря, она будет залита пресной водой. И это тоже будет по Библии. Бог потрясет еще раз землю. Значит, 1400 лет. Вот тысячный год до нашей эры, как раз середина вправо и влево, это образование Иерусалима. То есть недавно Иерусалиму праздновали сколько лет? 3000 лет. Это не образование Иерусалима как города, а помните, Иерусалим существовал давно, и жили там какие племена? Евусеи, да? Но Давид на каком году своего царствования? Ну, помните, Давид царствовал 40 лет, 7 лет он царствовал только над Иудеей, да? Потом он стал царем и над Израилем. И понадобилось, что? Понадобилась общая столица, да? На 7-й год царствования Давида был построен Сион, да? Сион было построено, названо Ир Давид. Вот. На Сионе была построена крепость Ир Давид, а раньше там жили евусеи. Значит, объединенное царство продолжалось 120 лет. Сколько царей правили объединенным царством Израиля? Значит, первоначально после перехода были судьи, эпоха судей, я говорил, с 1400 по 1050 год, да? Значит, первый царь какой был? Саул. Второй царь какой был? Давид. Так, третий царь какой был? Соломон. И четвертый царь Роваам. Он начал царствовать через несколько лет. После начала его царства, царство распалось, разделилось. Почему? Между Ефремом и Иудой в то время существовали довольно сильные культурные традиции. В Иудее люди жили более компактно. И они сохраняли те традиции и обычаи, которые были, ну, первоначально, так сказать, по закону Моисея. Но те колени, которые поселились к северу, они жили между язычниками. Они между язычниками жили. И поэтому они перенимали культуру язычников. И даже язык их изменился. Помните, мы говорили, да, скажи «шибалет», а ефремляне не могли произнести «шибалет», и говорили «сейбалет». Да? Вот. Но видите, как, вот, например, татарский и казахский язык, это
Один народ был когда-то. По-татарски баш – голова, по-казахски – бас, да? Сибалет – сибалет. Говорят, сипеты, то есть есть разница в произношении, да? И в чем был грех? И в чем был грех северной части? Помните, они отвергли Бога Израиля? Нет. Вот запомните, что по еврейской традиции, да, есть два типа идолопоклонства. Есть идолопоклонство как отвержение Бога Израиля. А есть идолопоклонство, которое называется сидение на двух стульях. То есть они поклоняются Богу Израиля. Но в то же время им не мешало сделать альтернативный храм в Дане, поставить там тельцов, помните? Вот, и все же они продолжали поклоняться Богу Израиля. Но одновременно, да, на высотах делали жертвоприношения, там пирожки богини неба пекли. Что это за пирожки богини неба? Это Астарте. А вот это то, что мы Пасху едим, зубную. Да? Эстер, да, вот это куличи пасхальные. Вот они вместо мацы там пекли пасхальные куличи. Ну так, если мы будем по-современному говорить, да? И совершали различного рода жертвоприношения. Потом уже даже доходило до того, что уже и в храм втаскивали, да? И поэтому их культура, их язык уже отличались от культуры и языка южной части. Да? Мы потом будем говорить, почему возникло разделение. Итак, Объединенное Царство просуществовало 120 лет. Примерно в 930 году до нашей эры произошел раскол. И Северное Царство, как называлось? Да, назвали Израиль, хотя Израиль, это вообще-то относится ко всем коленам Израиля, но или по столице, да, Шомрон, или Самария. Или по столице называлось Шомрон, Самария. И там правили свои цари, вот, и в южно правили свои цари. В южной части, в Иудее, вот можете отметить, и это для нас важно, что в южной части, в Иудее, вы в себе перепишите вот эту таблицу, в южной части, в Иудее, все цари были из рода какого? Давида. Все цари были из рода Давида. А здесь, в Северном царстве, царствовали разные династии. Некоторые династии вообще по три года царствовали цари, да? Вот, ну, династия Омри, мы будем о ней говорить, это из них была наиболее сильная династия. И из династии Омри каких мы знаем царей? Царя и царицу. Ахава и Иезавель, да? Да. Вот. А в южной части, хотя там некоторые цари были с Богом, некоторые цари были без Бога, но они кто были? Все из колена Давида, да? И вот если посмотреть, 930 год до нашей эры, это разделение на две части, да? На Израиль и Иуду. И 722 год до нашей эры, это когда было Северное царство захвачено ассирийцами. То есть два царства просуществовали сколько? 200 лет. Из них вы можете опять разделить пополам, но это я примерно даю. 100 лет чего? Войны. Помните, еще при Иеровоаме началась война между Севером и Югом. И она продолжалась как столетняя война, только с некоторыми перерывами. Дальше прошло 100 лет мира. 100 лет мира, после того, помните, как династия Ахава, да, породнилась, вот Иезавель, она тоже дала свою дочку южному царю. И дальше потом, хотя династия была их Омри уничтожена, но все равно сохранялось 100 лет, ну, не абсолютного мира. Они, бывает, и дрались с собой, ну, как говорится, соседи по коммунальной квартире. Да? Понимаете? Что 100 лет было непримиримой вражды, но затем было 100 лет относительного мира. А затем что произошло? Северное царство было разрушено, да? И в независимости примерно около 130 лет была Иудея. Примерно в 608 году до нашей эры Иудея уже потеряла свою
самостоятельность. Хотя цари в Израиле сохранялись, да? Вы помните, при каком Израиле потерял свою самостоятельность? При царе Менаше. При Седеке уже был полный разгром. Менаше сколько царствовал? 50 лет. Какая была связь Менаше с Вавилоном? Да. Он там вырос. Он не родился там, он вырос, да? Помните, был царь Хизкияху, Езекия, да, и он тяжело заболел, и он должен был умереть. Но Езекия просил у Бога и выпросил, да, и выпросил себе сына, в конце концов. Потому что он прожил еще 15 лет, когда умер Езекия, да, ему, сыну его Менаше, было 13 лет. И что случилось? Пришел царь Вавилонский, забрал все щиты золотые, которые были, забрал все сокровища, которыми хвастался Езекия, и забрал его сына в Вавилон. Да? Вот, и возраста 13 лет, он где-то около 10 лет, находился как заложник в Вавилоне. Да? То есть, как заложник он находился в Вавилоне. И потом, вернувшись из Вавилонии, он уже язычество это перенес, да, на землю Иудеи. А потом еще прошло, видите, около 30 лет, да, потом он умер, там еще было пару царей, и Седекия уже был последний. В чем Седекия была вина? Он отложился, да, он был вассалом в Вавилонии, да, но он решил, что Египет будет сильнее. И по этой причине, помните, пророк говорил, вы хотите бежать в Египет, Зузки, ничего у вас не получится. Вас догонят и все равно всех перебьют. Помните? Вот так и случилось. Так и случилось. И Седекия был, он не был убит, да, он был ослеплен, а дети его были при нем убиты. И еще поставили, помните, одного царя. Он уже не царь был, а как бы марионеточный такой правитель. Как его звали? Гедалия. Вы помните, почему мы празднуем пост Гедалии? Да, Гедалия – это уже человек, который он полностью подчинялся в Вавилонии. Но все равно еще люди какие-то оставались. Да? Но когда Измаил, был такой, видно, тоже, как из этих вот, из арабов, да, он убил Гедалию. И это случилось когда? На Рож-Хашана. Но так как Рож-Хашана – это праздник, значит, накануне мы празднуем Гедалию. И уже после 586 года Иерусалим был полностью разрушен, и были даже все люди выселены. Ну, какое-то небольшое количество людей оставалось, да? Вот. А из Северного царства люди были выселены еще на 130 лет раньше. Да? Но так как земля не должна быть пустой, туда поселили из Вавилонии. Кто это были люди? Арамеи, да? Арамеи. Но в то время такое существовало поверье, что боги, они относятся к той земле, на которой они находятся. Понимаете? Вот смотрите, когда под руководством Йошуа бен Нуна израильтяне завоевывали Израиль, Эрец Израиль, они какие земли завоевали больше, равнинные или горные? Как раз наоборот, с точностью наоборот. Горные. А по какой причине? По какой причине? По горам танки не ездят. Да, правда? У тех народов, которые там жили на равнинах, филистимляне там и другие, у них были колесницы. Пехота против колесницы ничего не стоит. Да? Конница у евреев появилась только уже во времена царя Соломона. До этого была исключительно пехота. Вот если вы заметите, они там захватили колесницы, что они сделали? Загнали их в стойло, да, и поставили там и стали их использовать. Нет, они колесницы пожгли, поломали, а коней даже порезали сухожилия и пустили, в общем, им на колбасу для неевреев. Да? Правильно? Что произошло? Но почему же они конницу не использовали?
конница всегда, видите, кавалье, шевалье, дворяне. Это профессиональные военные. У Израиля в то время профессиональной армии не было. Первая профессиональная армия, это уже было у Саула, и то такая армия, что разбегалась, когда что-то не так получалось. Да? Но можно сказать, что у Давида уже была, и у Соломона точно, первая профессиональная армия. Вот поэтому Соломон и был первый, кто вел конницу и колесницы. Вы понимаете, да? И эти филистимляне говорили, что ваш Бог, он Бог гор, а не равнин. Вот ваш Бог, вот он, да. Вот в горах он сильный, вот смотрите, вы все горы завоевали. А вот так на равнине ваш Бог слабый, да? Вот так и это, когда приехали переселенцы, вы знаете, всегда переселенцам очень трудно, да? Нужно привыкать к новому климату, нужно опять строить города, распахивать землю. Там еще за это время много волков развелось, львов. Вы знаете, что были львы и тигры, да? Я говорю, что это львы не африканские, а пумы, если по нашей классификации. Последних пум истреблял князь Владимир Мономах в районе Днепровской дельты. Да, последних пум истреблял. Так что в то время было много разных зверей, они этих зверей боялись и решили, что давайте примем Бога, который относится к этой земле. Да? И хотя они приняли Бога Израиля, у них были и проблемы тоже с язычеством. И после того, как вернулись с Вавилонии, евреи, у них уже были проблемы с язычеством? С язычниками были, но с язычеством проблем у них уже не было. Они произвели чистку рядов партии. Даже жен разогнали. Вот. Не знаю, Бог велел это или не велел. Вот. Но помните, очень интересно, они как раз собрались праздновать праздник Рожа Шана. Была осень, был дождь. Вот. И они сидели во дворе перед храмом и были укрыты там, значит, под дождем, как-то мокрые. И вышел Неемия, толкнул речь, что надо каяться, да, и разогнать всех жен. Я не знаю, правильно или неправильно, возможно, в то время было правильно. Но это не причина для того, чтобы жен неевреек бросать сейчас, вы понимаете. Это было сделано конкретно для этого момента. И уже после этого они настолько боялись идолопоклонства, что даже когда Иешуа Мессия пришел, да, они посчитали, что это что-то связано нехорошее с идолопоклонством. То есть даже процеживая комара, да, вот они... Пропустили главное. Хорошо. Итак, поняли, да? И 400-й год, я говорил, около 130 лет строился храм. Это был самый большой долгострой. Потому что то храм строили, то все оставляли и растаскивали по домам все, да? Как, ну, как у нас на стройке. Потом приходил другой царь, давал постановление, что надо опять строить. И в конце концов евреи построили храм. И самый последний пророк Малахия, он пророчествовал примерно в 400 году до нашей эры, да, уже во время, ну, не знаем когда, 450 год, вот так примерно. Где-то около 100 с чем-то лет строили храм. Вот считайте, 586, ну, где-то 608, будем считать 70 лет, да, где-то в 530, по-моему, да, 530, да, помните, мы смотрели, Дарий издал постановление о строительстве храма, и через 100 с чем-то лет храм был построен. Вот такая примерно хронология. Дальше уже библейская история заканчивается, да? И мы на этом тоже закончим историю. Хорошо. Итак, мы говорили про историю Йоша бен Нуна, про вхождение в Израиль, и мы говорили, что не все народы Эрец Кнаан были уничтожены, и были часть народов, которые составляли потом Мокеш. Мокеш – это в современном иврите, да, это противопехотная мина или ловушка, да? Они стали ловушкой, мина замедленного действия. И в результате получалось так, что в некоторые периоды времени Израиль был с Богом. А потом приходило новое поколение, да, было пробуждение, но приходило новое поколение, которое не знало
Бога, и они начинали жить по-своему. И вся, можно сказать, я люблю такие давать, знаете, заголовки, как вот газетные заголовки, и вот эпоха судей Израиля, можно было бы сказать, без царя в голове. Правда? Потому что не было царя у Израиля. Видите, у Израиля были судьи. Вот чем судья Израиля отличался вот от, например, судьи, который, ну, здесь в Одессе? Значит, во-первых, видите, он не мог производить в свой суд что-либо не по Торе. Если он что-то судил не по Торе, да, или противоположное Торе, то такой судья, согласно Торе, должен был быть смещен. Судьи, они осуществляли не только судебную должность, но также они были и духовными руководителями. Вот как Йехошуа бен Нун, да, помогал комментировать Тору, вот, так и в таких каких-то проблемных делах тоже обращались к судьям. То есть это были люди своего рода, но старейшины и духовного рода, и в юридическом аспекте, и политические руководители. Некоторые из судей, они судили весь Израиль, но так как к тому времени Израиль уже оказался в состоянии раздробленности, то большинство судей судили одно или несколько колен. И первым судьей, кто был? Помните, Йехошуа бен Нун, да? Йехошуа бен Нун. И Йехошуа бен Нун судил где-то около 20 лет. И мы видим, когда умер Иисус сын Навин, раб Господень, это судьи 2 глава, с 8 по 20 стих. Будучи 110 лет возраста, похоронили его, где там похоронили и так далее. И 10 стих, когда весь народ, я только ключевые слова буду читать, отошел к отцам своим, восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он сделал Израилю. И тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Это не значит, что они отказались от Бога, помните, мы говорили? Они служили и Богу, и идолам, да, на всякий случай. На всякий случай. И оставили Бога, и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, предал их руки грабителей, и грабили их, и предал их руки врагов окружающих их, и не могли они устоять перед врагами. Потому что сам Господь, видите, как получается, если Израиль не слушается Бога, тогда Бог возвышает какой-либо из народов. Не потому что это народ хороший, или Бог полюбил этот народ больше, чем народ Израиля. Он возвысил этот народ, чтобы этот народ был палкой в руке Бога. Да? Наиболее это характерно для Ассирии было. Но если этот народ совершает жестокости по отношению к Израилю, он не может сказать, извините, я был только орудием Бога. Вы знаете, что Иешуа, Иисус сам сказал, иди, говорит, и делай то, что надо, Иуде, да? Вроде бы он приказал ему делать. И вы знаете, если бы Иуда не сделал свое дело, да, то не было бы у нас спасения. Если бы Понтий Пилат послушался свою жену и не казнил Иисуса, то произошло бы самое страшное, что могло бы произойти. Иисуса выгнали бы оплеванного, обруганного, побитого, но живого. Но так как он умер, да, то он совершил наше спасение. Эти люди были орудием Бога, да? Но есть ли им оправдание, что они были орудием Бога? Нет, потому что это было решение их воли, да? Да, было решение их воли. Также и с теми народами, и с ассирийцами, и с мадианитянами, и с другими, которые воевали против Израиля. Бог их на какое-то дело ставил, как орудие воли, палка. Но они имели выбор поступить хорошо с евреями или плохо, да? Да. Так же самое, как Гитлер. Он тоже был палкой в руке Бога. Я говорю, что я не знаю причины, да? Вот. Но результатом получилось то, что образовалось государство Израиль. Если бы не было такого Холокоста, еще бы, может, 100 лет государство Израиль не образовалось. Значит, Гитлер был палкой в руке Бога.
Да, но это был его свободный выбор, правда? Это был свободный выбор, так как и Сталина, так же, как всех и других. Итак, если Израиль не слушался Бога, то Бог ставил какой-то народ, который был наказанием для Израиля, да. Воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Итак, воздвигал народ какой-то, евреи понимали, что жить плохо, а как плохо, так всегда кричат: «Ой, Господи», да? И тогда получал Божий ответ. Бог ставил им судей. И на какое-то время Израиль на 10, на 20, на 30 лет приходил к Богу, да? Но как только заканчивалась деятельность этого судьи, что получалось? Опять то же самое, то есть замкнутый круг. Вот эти 400 лет мы видим постоянно, Израиль находится в таком замкнутом кругу. Вы знаете, что многие верующие тоже так бывают, да? Греши и кайся, да? Вроде все нормально, Бог освободил от всего, опять попадает в грех, опять кается, опять просветляется, опять впадает в грех. И так все время. Но почему это было? Потому что без царя в голове. Не было тогда царя у Израиля, и каждый делал что? Да, не то, что считал нужным, что то, что ему казалось справедливым. Это несколько раз повторялось. То есть хорошие вещи, когда нам что-то кажется хорошее, да? Вы знаете, некоторые из нас говорят: ну вот, я бы был премьер-министром или там президентом Украины. Знаете, я бы что-то устроил. Слава тебе, Господи, что Бог не сделал меня президентом Украины. А то бы такие ужасы начались, знаете, и каждого из нас, правда? Потому что если есть человек, который поставлен Богом, и его предназначение это быть, но когда каждый из нас начинает выдвигать себя и делать то, что нужно и хорошее, но в глазах моих, а не в глазах Бога, то хавайся. Правда? Вот. И это очень важно. Итак, характерные черты этого периода. Записываем. Первое. Это мы говорим о периоде судей. Разделение. Разделение. Да? Во-первых, разделились колена Израиля. Разделились религиозные верования. Произошло разделение между отцами и детьми. Правда? Отцы еще помнили Бога Израиля, дети уже не помнили. Итак, разделение. Разделение. То же самое, что и в последнее время происходит, да? Вот дети идут против родителей, родители против детей, и враги человеку домашние его. Вторая важность. Нужда в судьях. Нужда в судьях. Значит, нужда в судьях. Если возникает какая-то трагедия, да, нужен человек, который поможет в этой трагедии. Почему-то ангел сам не пошел во главе войск, а сказал Гедеону, что делать. Правда? Вот. Нам бы хорошо было бы, если бы сам Бог или его ангелы ходили бы тут, и нам каждый день что-нибудь говорили, что делать. Я говорил, у меня тоже были беседы с ангелами, и они давали мне утешение и советы, но я делал, поступал так, как надо, да? Потому что ответственность наша, если мы начнем слушаться всякого ангела, то мы постепенно скатимся до того, что будем слушаться бесов. Согласны? Вот. Вот это всегда прежде всего Тора и Божье откровение. И возник третий, получается, цикл. Цикл вот такой круговерти, да? Цикл. Мешана. Мешана. Цикл. Цикл греха, суда и избавления. Записываем, да? Разделение, нужда в судьях. Третья характерная особенность. Цикл греха, суда и избавления. Итак, четырехтактный двигатель, да? Четырехтактный цикл. Такт первый. Грех. Возникал грех, да? Такт второй. Наказание. Такт третий. Покаяние. И такт четвертый. Избавление или восстановление. И мы это потом будем наблюдать во многих пробуждениях, которые были и в иудаизме, и в христианстве. Правда? Итак, первое. Цикл. Грех. Второе. Наказание. Третье – покаяние и избавление. И мы говорим, что коренными словами
ключевыми являются те дни не было царя Израиля, да, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Были судьи, спасители Израиля, я вам не будете записывать, просто говорю. Значит, первым, мы говорили, был Йоша бен Нун. Дальше, Отниэль бен Кнас из Иуды судил 40 лет. Примерно с 1244 года. Игуд бен Гера из Бениамина судил 80 лет. С 1204 года. Амгар бен Амат, он был кагеном, судил один год. Шамгар бен Амат, он каген был, судил один год в последний год жизни Игуда. Девора, пророчица из Нафтали, судила 40 лет. Нафтали, вы понимаете, я употребляю что? Еврейские названия, да? Вот, да. Гидьон бен Яаш из колена Менаши. Девора, значит, с 1124 года. Гидьон бен Яаш из Менаши 40 лет, с 1084 года. Некоторые судьи перекрывают друг друга, потому что это не были судьи всего Израиля, да? Это были судьи отдельных племен. Авимелех бен Гидеон, сын Гидеона был Авимелех, из колена Менаше, судил 3 года, до 1044 года, и плохо закончил. Помните, Авимелех, он сам решил, мой отец царь, потому что Гидеона предлагали сделать царем. Гидеон отказался сделать, быть царем, он был только судьей. А Авимелех решил узурпировать власть. И помните, чем это закончилось? В конце концов, ему проломили голову. Тола бен Пуа из Иссахара. Тола бен Пуа из Иссахара судил 23 года, с 1041 года. Естественно, все до нашей эры. Яир Гилади из Менаши судил 22 года, с 1008 года. Ифтах Гилади из Менаши, судил 6 лет после 18-летней оккупации Израиля плештимами и аммонитами. 979 год. Ивцан из Йегуды судил 7 лет. Элон из Вулона судил 10 лет. Ивцан бен Хилель из Ефраима 8 лет. Шимшон из Дана сколько судил? 20 лет. Нам иногда кажется, что это очень все быстро происходило, да? Он 20 лет был судьей. Эли Хакаген из Леви, Эли, судил 40 лет. Учеником Эли был кто? Шмуэль из колена Леви, который судил 11 лет, и он помазал на царствование двух царей и практически исполнял обязанности судьи до конца своей жизни. Я сейчас не буду говорить о истории всех судей. Ну, возьмем пару человек. Есть у нас перерыв, да?